Ну, приехал я сюда с проблемой наркотика. Наркотик был скоростной, как говорится, психотропы. Я очень менял сознание. И была игромания. Да, игра. Ну, очень влияет психотропный наркотик на игру. Не мог остановиться, играл, проигрывал. И опять играл, и опять проигрывал. Очень много уходило средств. Но игра была всегда вместе с употреблением наркотика. Да, я в трезвый туда не заходил. Когда был наркотик, тогда я бежал, перепуганные эти ломбарды рядом, которые всегда есть, способствуют тому, чтобы залаживать и проигрывать. Это была очень глубокая проблема у меня. Постоянно употребление на трезвый. Семья страдала? Семья, да. Семья очень страдала из-за того, что пропадал сутками, без связи, на машине, постоянная игра. Игра. Скандалы. Ребенок видел, переживал, и она, и ребенок. И вот проблема такая была у меня. Ну, по отзывам очень хорошим порекомендовали. Родные связались. Ну, я сам понял уже, потому что уже были. Это твое решение уже было. Решение, ну, супруга. Супруга сказала, что есть такой центр, такой метод лечения. Посоветовала, пообщались. И пришли к единому, что надо ехать, потому что без вашей помощи я не смогу, потому что не все так просто, как кажется. А ваш центр очень благополучно, интересно. Работа психологов. Скажи, пожалуйста, что вообще, с какими ты чувствами приехал? И что изменилось в тебе за это время? Я приехал с надеждой. С надеждой избавиться, потому что были уже прохождения в других центрах. Была последняя ремиссия 5 месяцев. И все равно я употребил. Была ремиссия, и ты там находился, в общем-то, да? Ну, я 4 месяца пробыл, месяц я был в социуме уже. После месяца в социуме я сорвался. И решил так, что надо ехать. Потому что опять все превратится в глубокую депрессию. Проиграю все. И все закончится плохо. Ну, а так, что по центру сказать, очень доволен, что реально шок выбивает эту ячейку. И сеансы, и лечение, и капельницы, и все это помогает. И для себя я решил, что нельзя больше так делать и добиваться успехов. А какое сейчас отношение у тебя к наркотику? Честно, в этом наркотике всегда влияет эйфорическая память, воспоминания о наркотике, и рано или поздно все равно оно придет. А сейчас у меня, ну, честно сказать, да, плюс хорошая погода, если солнечная, тепло, очень наркотик просится, чтобы употребить. Ну, честно, здесь у меня нет даже эйфорической памяти. На данный момент у меня пусто. Наркотик уже, для меня это ужас. Ты что, ездил домой, да, в процессе лечения? Да, в процессе... Необходимость у тебя. И... Да. Твое впечатление тогда? Тогда было впечатление, ну, семья, дом, какие-то там прогулки у нас были. Я не думал о наркотике вообще, даже не лез в него. Те же автоматы я проезжал, как-то не знаю. Не было даже, я их не видел. Изменилось. Честно, центр меняется. Меняет, надо работать над собой, стремиться. Если ты не будешь стремиться, не будешь работать, то ничего не произойдет. Я так считаю, что надо упор делать и рвение, чтобы выйти из этого. Да, пожелания будут ребятам, которые будут смотреть это видео. Это я говорю от души, честно говорю. Почему? Потому что, ну, я хочу жить полноценной жизнь без рамок.
здесь все для того, чтобы ты как-то выздоровел и что-то сделал над собой, какой-то упор и желание было. Если не будет желания, оно бесполезно. Силком сюда никто не тянет, потому что люди все приезжают добровольно. А если ты не хочешь, ты погибнешь. Должна быть цель, работа, спорт. Это все надо включать. И так ты выдержишь это. Я так считаю. Ребятам хочу сказать, что я тоже как-то не сильно верил. Как-то думал, там вот такое. А когда увидел уже вживую все эти сеансы, это реально меняет человека. Не знаю, меня поменяло. Честно сказать, хоть и не такой большой срок, но из головы это уже вычеркнуто. Чего не было раньше? Да, такого не было раньше. Сейчас я понял, что оно реально меняет тебя и в хорошую сторону. Хорошо, спасибо. И вам спасибо.